Как сократить заторы на городских дорогах и при этом создать комфортные условия для перемещения людей с точки А в точку Б? Решение предложено во время транспортной недели Беларуси в рамках выставки «Транспорт и логистика». На суд зрителей представили действующие модели подвижного состава Skyway. Они демонстрируют передвижение пассажиров буквально по воздуху, избегая автомобильной пробки. Также можно перемещаться между горных вершин и рек. Разработкой заинтересовались иностранные делегации, которые посетили выставку, среди них и финская. По словам представителя компании, сейчас Skyway проходит сертификацию и подтверждает свою жизнеспособность. Это рельсы. Внутри находятся напряженные струны, что позволяет сделать их очень прочными, и в то же время материалоемкость очень невысока здесь. То есть поэтому они тонкие, ажурные и очень прочные. И ровность пути такая, что позволяет вот эта вот как раз таки действующая модель навесного, высокоскоростного юникара передвигаться на скоростях до 500 км в час. Внизу это действующая модель городского Skyway, который может передвигаться, это модель юнибуса, на скоростях до 150 км в час. Пока в полную мощь реализуется проект экотехнопарка Skyway, центра сертификации и демонстрации струнного транспорта. Под Мариной горкой достраивается испытательный полигон. Там уже действуют несколько линий.